На Оби интенсивно идет лед. Сейчас голова ледохода находится в 15 километрах ниже села Аксарка. Погода вносит свои коррективы. Теплые дни сменяются заморозками. Однако это не сильно влияет на ход движения ледяных оснований. По предварительным данным, за день ледоход проходит 30 километров. В пятницу ледоход уже должен подойти к границам Ямальского района. А потому сотрудники ИНО-диспетчерской службы предостерегают, выход на лед в это время особо опасен. Так и первое – это выходить на лед. Это очень опасно. Лед хрупкий, ломкий. Ну и также находиться на берегу, когда идет большие глыбы, чтобы как бы не произошло несчастных случаев. Будьте бдительны и осторожны при прохождении ледохода. Если граждане стали свидетелями того или иного происшествия, связанного с ледоходом, можно обратиться в единую нашу диспетчерскую службу по номеру 112 и сообщить о том или ином происшествии. Данная информация будет доведена оперативным службам. Выход на лед и выезд на водные акватории запрещен. Особое внимание работники ИДДС советуют обратить на детей. Зачастую из-за своего любопытства они могут совершить необдуманные поступки, выйдя на тонкий лед.